Знаешь, эти дни для тебя еще будут нормальными казаться. Тебе ведь будет гораздо больнее. Ты будешь жалеть, что не умер ранее. За те радости, которых ты начал меня лишать еще с самого детства, я буду делать тебе больно. Добро пожаловать в ад, братец. Все, что принадлежит тебе, станет моим. И папа. И украденное богатство. И Аслан тоже будет моей. Мюмтаз. Не будет правильно, если Жульде будет продолжать ждать здесь в таком состоянии. Она сильно настрадалась. Ей нужно отправиться домой. Я знаю, Тарик, знаю. Мы и так скоро поедем домой. Ей нужно было что-то взять там. Я отвезу ее и вернусь. Пока нас не будет, не отходи от Озана. Жуледе. Дорогуша, ну же, пойдем. Спасибо, Тарик. Что ты здесь делаешь? Что тебе нужно? Почему ты здесь? Можете немного успокоиться? Нет, не могу. Отныне ты и твоя дочь будете держаться подальше от моего сына, Жуледе. Пожалуйста. Ну же, дорогая, ну же. Тарик, если что-то случится, доложи мне. Пойдем, дорогая. Чтобы когда я вернулась, тебя здесь не было. Услышала меня? У нее нервный срыв. Прости ее. Я пришла, чтобы сдать анализы на донорство для Озана. Ты знаешь, где можно сдать анализ? Пойдем, это там. Надеюсь, хоть кто-нибудь из нас подойдет, и мы сможем спасти ребенка. Я хотела бы сдать анализы для человека, которому нужна почка. Но, пожалуйста, возьмите мою кровь немного в другом месте, хорошо? Чтобы никто об этом не узнал. Хорошо? Хорошо, скажи медсестре Милейке. Спасибо. Ну, то есть, и чувства у меня есть. Ну, то есть, это не обычные сухие чувства. Скорее, серьезные. Илюля, я люблю тебя. У меня есть серьезные планы по поводу тебя, и я решила, что решительно. И я не хочу, чтобы ты впредь называла меня братом. Брат. Послушай, я и так на нервах. Так ты еще глупости не неси, не доводи меня. Пожалуйста. Послушай, Элиль. В то время, как ты узнала о броне этого подонка Ягыза, в то время, как брат Яшар управляет штурвалом, скажи «да» и дело в шляпе. Какой штурвал? Какая тебе разница до Ягыза, брат Курай?
А это тело и всерьез слушаю тебя. Если ты закончил, я ухожу. Я ведь... Тебе что, время от меня нужно? Скажи. Нет, брат. Не нужно мне от тебя время, потому что этого не будет. Хорошо? Послушай, называю тебя братом, уважаю тебя. Не надо такие глупости мне говорить. А сейчас, если ты позволишь... Не знаю, что ты там задумал у себя в голове, но я никогда не думала о чем-то подобном. В прошлом я не думала об этом, и в будущем тоже не буду. Я как сумасшедшая люблю Зана, но его семья не признает меня, и они правы. Я не могу даже пойти к нему и взять его за руку. Озан сейчас спит, но я знаю. Он чувствует, что мое сердце бьется только ради него. Поэтому он и держится. Пожалуйста, помогите мне. Если жизнь, любовь, человечность, если у вас есть хоть немного веры в это, пожалуйста, помогите мне. Возьмите мою кровь здесь, чтобы никто не видел этого. Иначе мне не позволят. Главное, чтобы с Сузаном все было нормально. Все остальные проблемы сами по себе решатся. Госпожа Жулиде восстановится, и Аслым тоже придет в себя. Главное, чтобы ребенок без последствий выздоровел. Ты права, Хедие. Сейчас это самое главное. Благодарю тебя за все. Но не за что тебе благодарить меня. Мы переживаем сложный период, вот и все. Пойду-ка я, пожалуй, домой. Госпожа Хедия. Госпожа Сибель. Что ты здесь делаешь? Я приходила для Узана, я кровь сдала. Для теста на донорство. Сдала кровь и иди отсюда. Чего ты с моим мужем время проводишь? Чего ты пытаешься добиться от Тарека? Послушай, вы все неправильно поняли. Он спросил, как Аслэм, а потом показал мне, где сдаются анализы. Вот и все. Не рассказывай мне сказки. Скольким семьям вы на шею сели? Хватит, а? Госпожа Сибель, что вы такое говорите? Не строй себя невинную. Перед тобой не идиотка. Ты больше не будешь видеться с моим сыном, поняла? Ты и твоя дочь раз навсегда выйдете из нашей жизни. Нет, ну хватит. Столько проблем из-за вас появилось, а? Оставьте нас в покое. Значит, именно из-за этого он пытался найти слабости Ягеза. Я его братом называю, он... Ты чего тут шепчешь себе под нос? Да ничего. Просто задумчивый я. Ты смогла связаться с отцом? Нет. Я звонила ему, но он пока не отвечает. Боже мой, а? Как они все еще могут разговаривать? Столько всего ведь было, они все еще разговаривают, я с ума сейчас сойду. Я очень боюсь, что с ним могло что-то случиться. Мой отец обычно так себя не ведет. Эй, Люлюшка. Не знаю причин, тебе не нужно злиться на саму себя. Послушай, я тебе до этого тоже говорил, что у твоего отца могут быть и другие проблемы. Все-таки он же человек. Может, он хотел побыть один. Ну или я не знаю, может быть, ему нужно немножечко времени. Какой же ты чистый сердечный человек. Даже в такой ситуации ты разрываешься, думая обо мне, не так ли?
Тебе принести кофе? Еще кекс, если хочешь, могу принести, а? Нет, не надо. Мне нужно идти домой. Есть уроки, которые мне нужно разобрать. Ладно. Увидимся. Увидимся. Даже если весь мир соберется, чтобы спасти Озана, все зря. Ибо я не позволю. Пожалуйста, хоть бы это помогло. Пожалуйста, хоть бы это помогло мне спасти Озана. Все готово, вы можете быть свободны. Когда будут результаты? В любой момент можете брать меня в операционную, лишь бы не терять времени. Это займет время, но если вы подойдете, мы сделаем биопсию, а затем уже можно будет приступать к операции. Сколько все это займет? Думаю, завтра все будет готово. Ладно. Благодарю вас. Если все станет известно ранее, вы предупредите меня, не так ли? Конечно. Анализ крови. Что происходит? Ты выздоровеешь, сынок. Мы вместе выйдем отсюда, держась за руки, вот увидишь. Все это останется в прошлом. Учитель Ментас? Да. Учитель Тарык с Парусибель в буфете что-то кушают. Вы тоже долгое время здесь, если вы хотите перекусить. Хорошо, что ты напомнил. Ты пойдешь со мной? Нет, вы проходите, я скоро присоединюсь. Черт подери. Она тоже сдала кровь. Черт подери! Брат Яшар, перчик и томаты. Яйца тоже дома есть. Давай сделаем прекрасную яичницу. Еще чайку. О, вкусняшка. Сынок, ну правда, не стоило тебе. А, прошу вас, нет. Слушай, у тебя и так мало денег. Чего ты меня спонсируешь? Сколько ты заплатил? Скажи, я выплачу. Слушай, это несколько томатов и перца. Ну, пожалуйста, не расстраивай меня. А, кстати, доктор порекомендовал. Это поможет с твоим раном быстрее зажить. Я пойду в туалет и вернусь. Вместе приготовим еду. Нет, ты сегодня отдыхаешь, а еду сделаю я.
Отец? Да, моя. Отец. Конечно, отец. На звонки не отвечаешь. А потом отец. Я не голодна, Сибель. Вы кушайте на здоровье, я немедленно хочу отправиться к Козану. Жулиды, дорогая, мы все здесь. Приходи, выпей кофе, вместе поднимемся. Вам приятного аппетита, Сибель, мне ничего не хочется. Я поднимаюсь к своему сыну. Я пришла, Озан. Я рядом с тобой. Я там, где хочу быть. Быть рядом с тобой. Мне очень сложно быть вдали от тебя. И очень страшно мне. Когда я вдали от тебя, все становится таким несчастным. Птички несчастны. Солнце несчастно. И даже облака тоже несчастны. Поэтому тебе немедленно нужно восстановиться. Я, кажется, ошибся кабинетом. Вы простите, пожалуйста. Аслым Гюмдюс. Черт подери. Аслым. Не позволю я тебе спасти Озана. Кто бы что ни говорил... Со всеми сложностями мы справимся вместе. Держась за руки, мы решим все проблемы. Мы будем очень счастливы, вот увидишь. У нас будет свадьба. У нас будет очень счастливая семья. Ты будешь рядом со мной. Каждое утро, просыпаясь, я буду видеть только твои глаза. Прошу тебя, выздоровей немедленно. Чтобы наши глаза бесконечно смотрели друг на друга. Этого мне будет достаточно. Держись, любимый. Все наладится. Вот увидишь. Я даю тебе слово, что ты выздоровеешь, Озан. Ты вернешься обратно ко мне. Мы с тобой будем очень счастливы. На меня посмотри.
В лицо мне смотри. Если я знаю Озана, эту войну он победит. Мой сын вернется обратно. Но ты не станешь свидетелем этого момента. Озан из-за тебя в таком состоянии. Из-за тебя он сейчас борется за жизнь. Итак, все, что произошло с нами, произошло из-за тебя. Но я получила урок. Я больше не позволю тебе приближаться к Озану. Да, я не смогла беречь своего сына. Но я больше не позволю ничему подобному произойти повторно. Забудь Озана, сын. Пока я буду существовать, Озан и Аслым, такого не будет никогда. Не надо зря надеяться. Даже если весь мир перевернется, я не позволю тебе быть с моим сыном. А сейчас уйди отсюда. Ты что, все еще здесь? Интересно, чего же ты ждешь, чтобы уйти отсюда? Та причина, по которой ты здесь, Берчин. Именно по этой причине и она здесь, Берчин. Хорошо? Сейчас не время. Учитель, я вам так скажу. Озан – мое детство. Он мой первый друг. Первая любовь. Поэтому я здесь. Мое место здесь. Но для Аслым, которая является причиной такого состояния Озана сейчас, нет места на этой фотографии. Отец, что ты здесь делаешь? Что значит, что я здесь делаю? Я твой отец. Это ты лучше скажи мне. Откуда взялся этот дом? Отец, давай потом это обсудим. Какой к черту потом? Отвечай. Чего это ты задумал? Мы тебя здесь еще совсем без контроля оставили, а? Послушай, отец, я все тебе объясню. Но сейчас, пожалуйста, правда, я сейчас не могу. Не уводи меня из себя, Я всю Анкару вверх дном перевернул, чтобы найти тебя. Ты сейчас ответишь мне. Откуда взялся этот дом? Послушай, отец, правда, я сейчас не могу. Я позвоню тебе. Прошу, уходи. Ты смотри. Значит, у тебя гость? Сынок, почему ты с самого начала не мог об этом сказать? Выкручиваешься тут. Думаешь, я не пойму? Да нет, отец. Все не так, как ты подумал. Да ладно, не стесняйся ты. А это думал, зачем мой сынок сидит в этом доме-то? Молодец. Чтобы не было сплетен на нашей семье, особые дела ты здесь решаешь, да? Ладно, отец, ты, пожалуй, иди. Хорошо? Ну ладно. Оставлю тебя одного. Ладно, отец, увидимся. Кто пришел, сынок? А, брат Яшар, приходил консьерж. Уточнял, все ли у нас нормально. Я хотел ей что-то сделать, я совсем забыла. Не злись на меня, Озан. Для тебя это самое правильное. Ты самое ценное и самое важное, что есть у меня. Из-за этой девушки ты спишь здесь.
Я не могу этого допустить. Берчин, проходи, дорогая. Тетушка Желиде, смотри. Это форма, в которой Узан выиграл матч по баскетболу. А эта фотография была сделана после того, как он получил приз. Найдя дома, я решила принести сюда. Быть может, он вспомнит те дни и вернется к нам. Тетушка Желиде, что бы ни случилось с Узаном, все это произошло по вине Аслы. Ты ведь больше не подпустишь ее к Узану, не так ли? Но Узан тоже поймет это. Он поймет, что кроме вреда она больше ничего ему не принесет. Из-за нее Узан заболел. Она вскружила ему голову. Этот период пройдет. Узан поймет, с кого надо держать за руку. Аслым.